процессе занятий, я просто с вами поделюсь своими знаниями вот этих тонкостей, не побоюсь этого слова, наивысшего спортивного мастерства, которые, может быть, вам в будущем в чем-то помогут. Так, значит, сейчас будет разминка. Ну, как вам говорят тренеры, равняйсь, да? Смирно, направо и в обход по залу. И немножко дистанцию между собой. Кстати, не спросил, все нормально себя чувствуют? Руки на пояс и вперед. Вправо, влево. Ага, крутим в одну сторону. В другую. Так, хорошо. Правую руку вытянули. Здесь зажали в локте. Кисть отпустили. И за счет плеча. За счет плеча. Кисть отпустили. Ага. Горизонтально. Теперь смотрите здесь. Так. Прямой рукой и плечом. Прямой рукой и плечом. Не сгибая в локте. В локте не сгибая. Прямая рука. Только одно плечо. Только одно плечо. Ага. То же самое вверх. Одно плечо. Здесь прямая рука. Как палка. Одно плечо вверх. Хорошо. Левая. Вперед. То же самое. Ага, горизонтально. Только за счет плеча. Здесь вперед. Плечом вперед. Вверх то же самое. Ага. Хорошо, себя обняли. И круговые движения плечом. Вперед. Назад. Угу. Хорошо, хорошо. На каждый, на полшага вперед наклоны. На полшага. Хорошо, на каждый шаг. Чуть-чуть пошире, на каждый шаг. Хорошо, выпадами вперед. Выпадами. Покачались вперед. Ага. Хорошо. Значит, смотрите, здесь выпад как можно глубже. Боком стали, правым боком вперед, правым боком. Сели на ногу. Можно чуть-чуть помогать руками. Подставили ногу, сюда вынесли. Перенесли. Подставили ногу, вынесли. Перенесли. Ага. Ниже. Угу. Другим боком. Ко мне спиной. То же самое, ко мне спиной. Хорошо, идем. Значит, на внешних сводах стопы, смотрите, на внешних сводах идем носок внутрь, носок наружу. Носок внутрь, носок наружу.
носки. Внутрь наружу, внутрь наружу. На внутренних сводах, на внутренних. И носки внутрь, наружу. Внутрь, наружу. И легко бегом. Значит, упражнение делаем только по боковым, по лицевым бежим. Так, приставным правым, приставным правым. Нет, здесь легко бегом. Здесь левым. Крестным правым. Крестным правым. Крестным, крестным. Левым. Захлёстыванием голени. Захлёстыванием голени. Здесь, с высоким подниманием. Здесь вокруг белой. Вокруг, да, вокруг нее до конца. Вокруг белой линии. Спиной вперед. То же самое, спиной вперед. Спиной вперед. Здесь. Вокруг белой линии. Вот, на носках. То же самое, спиной вперед. Смотрите здесь внимательно. Вперед. Вот такое движение. Здесь вдох, выдох. Вдох, выдох. Давай, все в боковую. Пошли. И руки свободнее, свободнее руками. Здесь спиной вперед. То же самое. Нет, назад, назад руки, назад. И легко бегом. Сейчас внимание. Все внимание на дыхание. Все внимание на дыхание. Бежим. Бежим, бежим. И внимание все на дыхание. Отсюда добавили чуть-чуть. Чуть-чуть добавили, не сильно. Добавили, держим. Добавили, держим. Держим, не сильнее, держим, держим. Держим и дышим, держим и дышим. Еще чуть-чуть добавили, чуть-чуть добавил, не сильно, чуть-чуть. Держим. И дышим, дышим, дышим.
Еще круг. Держим, держим, держим. Максимально, максимально как можешь. Один круг. Максимально один круг. Ага. И один круг легко бегом. Один круг легко бегом. Ваши 3 минуты самостоятельно. Самостоятельно 3 минуты доразминайте. Кто чего не доразмял, кто чего не доразмял. 3 минуты ваша разминка. Физически ничего. Более-менее крепкие ребята. А? Крепкие физически. Наверное, да. Сейчас проверим. Значит, сейчас. Прыжочки, прыжки в низком приседе. Мне сейчас не согнуть, значит, в низком, совсем в низком. По свистку, по второму. Встаете легко бегом и по своей площадке. То есть прыгаем, прыгаем в низком приседе. По первому свистку, по второму, легко бегом и по своей площадке. Ниже, ниже, ниже. И по своей площадке легко бегом, по своей площадочке встряхиваем ноги легко бегом. Легко, легко, это чтобы встряхнуть ноги. Хорошо. Можно на месте, не обязательно туда-сюда перемещаться. Просто на месте глубоко сели и на носочках подпрыгиваем. Еще раз. Просто сели. Вот, и на месте практически, да. Вот, потерпеть. И легко бегом встряхиваем ноги, легко бегом встряхиваем ноги. И последний заход. То же самое. Легко бегом. Ноги стряхиваем, ноги стряхиваем. На каждого по мячу будет? А? На каждого по мячу. Да. Да? 16. По мячу взяли. Каждый по мячу. Так, подошли сюда поближе, чтобы видно было всем. Значит, смотрите, вам уже наверняка показывали, ближе, ближе. Значит, сейчас, смотрите. Чтобы не было вот такого давления рукой. Значит, здесь вот такой сплёс. Здесь, кстати, Юрий Геннадьевич вам показывал здесь. Вот здесь одной рукой держим. Эта кисть расслабленная. И отсюда вот это вот. Не зажимаясь, ничего. Чисто такой сплёс. Здесь чисто кисть. О ней вообще не думать. Не надо ничего не нажимать. Просто хлестать ей, просто хлестать. Давайте попробуем. Просто хлещем. Не-не-не-не. Давим. Здесь делать вот так. А не надо. Вообще не думать. Вообще не думай, вот она болтает.
Так, ребят, у многих вот это вот есть давление кистью. Сейчас этого не надо для этого упражнения. Сейчас не надо. Вообще забыли про кисть. Она сама по себе ложится. Сама по себе. Дайте немножко вот такую волну, чуть-чуть волну дайте. Как бы стряхивая. Левой рукой то же самое. Левой рукой. Пойдите в площадку, вошли в площадку. А сейчас так, смотрите. Так, так, так стряхиваем, так. Так стряхиваем, так стряхиваем. Так, 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 так. Пускай. Похоже. Ну-ка, давай. Похоже. Еще больше отпусти. Левая. Левой рукой. То же самое левой. Давайте здесь поднимаем, здесь одним ударом. Раскачиваем. Левой рукой. Левой. Левой рукой. Правой рукой. Правой рукой ребром ладони. Правой рукой ребром ладони. Попробуем ребром. Левой рукой. Хорошо. Так, мяч дай. Сейчас двумя руками в пол, просто. Ноги чуть-чуть согнули. И вот так поработаем.
Пошли по свистку. Вы в площадку войдите, все, войдите в площадку. Сейчас ноги чуть-чуть согнули, передача здесь над головой. Смотрите, вот такой дриблинг, типа дриблинга небольшого. Значит, мяч чуть-чуть касается головы, чуть-чуть касается головы. Немного поработали. Как можно ближе к голове, к колбу. Значит, сейчас то же самое, только крутимся. По кругу крутимся, вокруг своей оси. Вправо-влево, да. Вправо-влево, вправо-влево, вокруг. Хорошо, сейчас от боковой до боковой просто проверим. Значит, передача над собой, передача над собой. Передача вперед, над собой, вперед. Понятно, да, над собой вперед, туда-обратно, походили. Хорошо, сейчас мячи здесь положили около себя. Значит, смотрите. Потом входим в площадку. Значит, руки за спину. Смотрите вот это положение. Значит, здесь я чуть ниже средней стойки сейчас. Смотрите внимательно. Здесь делаю вот такие перемещения. Значит, голова моя все время вот в этом положении. Она вот так не прыгает. Да, как у змеи. Как угодно, можно прокрутиться. Вот это положение. Главное развязать ноги. Как угодно, можно вот так, как хотите. Как хотите. Только что было вот это положение, и голова была на одном уровне. В площадку вошли, пошли в площадку. По свистку заканчиваем и легко бегом. Корпус прямой, не наклоняться, не наклоняться, как на стуле, как на стуле. И легко бегом по своей площадке, легко бегом, встряхиваем ноги. То же самое, сели ниже, чуть-чуть ниже. Корпус прямее, прямее корпус. Легко бегом. Ноги встряхивать.
И последний раз. Максимально низко. Максимально, как тоже можете низко. Легко бегом. По мячу опять взяли, по мячу. Так, подошли сюда. Смотрим. Поближе, 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 поближе. Значит, смотрите, вот в том положении, в котором вы сейчас были. Значит, рука прямая. Видите, прямая рука. Локоть на уровне солнечного сплетения где-то. То есть рука моя вот так не ходит. Она вот так не ходит. Кладу сюда мяч. И за счет ног пытаюсь его удержать. Вот не на этой, а на ребре. Понятно, да? Пробуем. Войдите в площадку, войдите. Вот, ногами. Локоть не сгибать, руку в локте не сгибать, на прямой руке. Левая рука. Не надо, кулаком не надо помогать. Сейчас правая. Значит, тоже сюда подошли. Как раз тут тонкий момент. Покажи, как ты руки держишь. Вот так, да? На приеме. Значит, смотрите, многие держат вот так. В принципе, можно так держать. Можно и вот так держать, да? Но лучше вот так. Достаточно большим пальцем туда прижать. И обязательно, чтобы кисти были вниз. Вот этот разворот вниз, он дает то, что у вас здесь манжеты разворачиваются. И получается, видите, какая доска. Почему так лучше? Объясняю. Вот вы сейчас стояли, набивали вот так, считайте, вы на ревену. Сколько у вас нужно было энергии, да, ходить. А вот если сейчас будете это делать так, будет намного легче. Поэтому в момент приема это потихоньку, но сказывается. Да, можно так, можно принимать в принципе, но так будет меньше вынимать из вас сил, энергии эмоциональной. Удобнее, не то что даже удобнее. Это будет психологически легче, более рациональнее, что ли это. Я бы так сказал. Значит, сейчас вот поэтому то же самое делаем, только обращаю ваше внимание, не надо сгибать руку. На прямой руке плечо вытянуто. Вот здесь на манжету положили кисть вниз и за счет ног. Вот. За счет ног я ловлю. Вот в центре мяча. Здесь центр, в центре тела. Вот здесь вот. 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 Попробую еще раз. Не-не-не. Смотри, во-первых, давай. Сядь ниже. Вот. Здесь рука полностью прямая. Здесь все время вот здесь вот находится место. Против солнечного сплетения. И вот здесь постарается его и сюда. И вот теперь его держи. Вот надо ногами шевелить. Вот, ногами шевелить.
Да, да, да. Вот ногами, ногами, ногами. Тут все, вся вибрация идет нога. Корпусом, корпусом. Рука прямая. Левая. На левой руке. Почувствовать мяч, почувствовать. Хорошо. Теперь смотрите. Дэмидж. Значит, правой рукой то же самое вытягиваю. Тоже стараюсь ее не водить. А вот она должна быть в центре. И здесь вот это вот так легко набиваю. Можно эту руку сзади. То есть я не вот так вот вожу, да? А все равно в центре корпуса. Вытянутое плечо, рука вытянутая. Естественно, манжетин бывает. Легко, не надо высоко. Легко, вот так. Чуть-чуть. Правой рукой. Прямой, прямой рукой, прямой. Рука прямая, прямая. Не надо сгибать. Вот, прямой. И ногами, ногами. Все ногами выбираем. Все ногами. Ищем ногами. Левая. Левая, левая. Ниже, ниже, ниже. Так и я могу. Ниже всякий. Стой, ступани, пошли. Вот. Здесь попал. Вот. Мяч все время должен действовать. И сюда. Вот. Вот в это положение. Набивай. Вот. Давай, давай, в это положение. Да, вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. И ногами, ногами, ищи ногами, ищи. Ищи ногами. Теперь то же самое. Только с руки на руку. И то же самое здесь в центре. С руки на руку. Давайте. Посмотрите. Вот он стоит и вот так делает. Он же не будет, когда мяч надо будет принимать, он же не будет в таком положении принимать, да? Набивать. Он будет в этом положении стоять, да? Искать мяч. Ногами будет его искать. Это как раз упражнение вот именно для этого. Вот в этом положении для работы ног. Вот я ногами работаю. Хоть так, хоть ниже. Как угодно. Еще немного. Чем ниже, тем лучше. Чем ниже, тем лучше. Хорошо. То же самое, от боковой до боковой. Здесь передача над собой, передача вперед. Над собой передача вперед. Только все снизу. Все снизу.
понятно. Сейчас в парах, как хотите, сверху снизу. Передача мяча в парах, сверху снизу. В любых. Стали, поперек пара. Значит, любая передача сверху снизу и перекат, или на спину, или на грудь. Передача и перекат на спину или на грудь. По свистку. Заканчиваем тоже по свистку. По своей площадке, легко бегом, встряхиваем ноги. По своей площадке, легко бегом. Для отдыха, бег для отдыха. Бежим и встряхиваем ноги. Значит, сейчас нападаем отсюда, передача над собой и удар в защиту вправо от него, только вправо. Удар только вправо, значит, он работает здесь, только на выпаде вправо. Значит, над собой удар вправо. По свистку заканчиваем. Стоп, атака только отсюда, и туда вправо. Право от него. Где у него право? Вот, только вправо. Поменялись. Атака только оттуда. Удар вправо сюда. Оттуда удар вправо. Пошли. Так, подошли сюда. О, подошли. Значит, смотрите, ребят. Значит, как в принципе, общее правило, как нужно играть в защите. По крайней мере, как мы играли. Значит, смотрите, здесь, вот эта стойка. Значит, какая основная ошибка у нас бывает? В чем она заключается? В том, что в момент удара мы садимся на пятки. То есть у нас вот это положение. То есть или мы в крайнем случае это нулевая точка, или чуть-чуть проседает назад, немножко как реакция на замах, да? Человек немножко зажимается. Вот этого надо исключить. Значит, в момент удара, вот делает удар, да?
Я должен легкое, оно даже со стороны почти не видно. Я должен вес перенести вперед, то есть пойти навстречу. То есть как у себя вывести из равновесия. Это такой момент психологический. Вот, к примеру, замахнись, удар. Вот, я чуть-чуть уже вперед. И вот это положение вперед, оно переходит или выпад туда, выпад сюда, или на перекат, или я разворачиваюсь на каком-то, и бегу, догоняю мяч. Некоторые перед защитой вот так прыгают. В принципе, наверное, это возможно. Но, на мой взгляд, по крайней мере, как у нас так получалось, это мешает. Это все равно, что, ну, как вот. Обратили внимание, там же, когда бегут 100 метров в легкой атлетике, да, там же вот в этом положении стоят, они замирают, а потом там доли секунды надо вырваться и выбрать эту долю секунды. А тут мяч летит как? С какой скоростью? Тут практически то же самое. Ну, это можно сравнить как хищник, что ли, когда он перед атакой, а потом он взорвался. И тут тоже идет взрыв. Вот отсюда я сметился, а потом сюда взрыв. Это общее правило, которое надо воспитывать. Дальше. Вы сейчас работаете, допустим, был удар вправо, но мне вправо не показать. Значит, влево у вас много, вот смотрите, вы вот здесь не дорабатываете. Идет вот этот разворот. Естественно, мяч будет туда. Он хуже так управляем. Поэтому здесь надо обязательно контролировать это плечо. Как вы перекрываете его. То есть идет немножко наклон вот сюда. Не вот этот разворот, а наклон сюда. Вот. Значит, сейчас мы что попробуем? То же самое вправо, но... Не знаю, попадете его или нет. Примерно сделаем так. Давай, вставай сюда. Вот так, чтобы немножко. Значит, только вправо чуть-чуть отбиться. Значит, я просто вот так бросаю. Твоя задача сделать выпад. Не подбить и перекат через голову на спину. Вот. Только не вот это вот так вот, да? А вот именно туда выйти всем корпусом. Да, вот. Постараться перекрыть его. Даже если тебе придется туда тянуться, то тянуться не вот так, а тянуться вот так. Чуть подальше отойди. Да. То есть вы поймите, что вот это, вот чем управляется все. Вот этим положением. Любой недоворот, какой-то неправильный наклон, мяч отскакивает не туда, куда надо. Вот сейчас обратите на это внимание. Значит, выпад. Есть. Не разворачиваемся. То есть вот в этом положении вообще не надо разворачиваться. Не нужно вот так разворачиваться. Все, отскок будет туда. Это просто. Попробуем, давайте. По 5 раз в одну сторону, по 5 раз в другую. С падением, с перекатом. Выпад вправо и перекат. Да. Вот и перекат. Вот этого не надо делать. Только сразу. Важно туда идти. Вот, и сразу, да. Да. Поточнее только выходи, что вперед тянуть. Вот. Не надо. Не успеешь. Если будет сильный знак, вот этого ты не успеешь. Тут как фехтовать, только успеть выход. Так и тут только выход. Вот туда и все. Толкнулся одной ногой и все. Вот. Только по мячу. Ему это самое бросок, как удар по этой траектории, как удар бьет. Значит, ребята, еще такое замечание. Вот смотрите, удар между четвертым и пятым. Если сильный удар, сейчас очень сильно бьют.
Вы поймите, вот это вы не успеете ничего сделать. Мяч настолько быстро летит, что это не успеть. Поэтому только вот этим. У вас вы большие, достаточно хватит этого, там блок еще есть. Вот, выпад, все. Только вот это все, это будет мешать. То есть вот здесь вышел, сосредоточился и выстрелил. Все. И поднял его. Поэтому не нужно лишних движений. И помните, вот он это делает, вот это вперед. И я чуть-чуть вперед. И я чуть-чуть вперед пошел. Пробуем. Да, еще делаем. Такая траектория. Да. Ну как нападение, просто сбросить все. Да. Хорошо. Пониже сядь. Сядь пониже. Во. Во. Теперь смотри. Он вот это движение делает, и ты ему навстречу. Чуть-чуть навстречу. Давай. Вот. Немножко раньше начал сваливаться. Только вот на это. Только на это. Раньше не надо. Вот, все, все. Это как выстрел. Подняли. Еще раз ваше внимание концентрирую на чем. Что будет сильный удар, никакая пляска под мячом не поможет. Никакая не поможет. Это внимание сосредоточено, здесь расслаблено, движение вперед и выстрел. Под мяч нужно стрелять всем корпусом, вот как всей этой техникой. Значит, сейчас еще одну вещь попробуем. Смотрите, значит, я набрасываю туда мяч, ты бежишь, туда бежишь, разворачиваешься и даешь мне передачу сверху. Попробуем, смотри. Ага, хорошо, еще раз. Давай. Ага. Давайте по 5 с правой стороны, по 5 с левой. И меняйтесь. Чего, устали? Устали? Плохо. Хорошо. Так, давайте сразу смотрим. Смотрите. Значит, я бегу, как бы под гору. Смотрите, то есть я бегу, я медленно показываю. Мне сейчас уже так хорошо не показать. Значит, смотрите, начал так. Потом ниже. И здесь под мячом я разворачиваюсь уже стойки и отдаю. То есть я бегу, сгибая ноги. Продолжаем.
Так, менялись? Все поменялись? Ага. Теперь давайте попробуем то же самое снизу. Посмотрим, как у вас получится. Снизу, то же самое снизу. С разворотом. Стоп. Смотрите, многие бегут так, просто вот так вот впрямую. Значит, бежим боком. Боком бежим. Смотрите, вот так я бегу. Вот. Мяч не теряю. Не надо бежать так, а потом разворачиваться. Боком бежим. Продолжаем. Вот. Хороший в общем, понятно. Значит, теперь смотрите. Так, давай туда. Поближе, поближе подошли. Последнее упражнение. Устали, что ли? Еще 100 таких, да? Значит, смотрите, я или делаю туда удар, или скидку перед собой. Или удар вправо, только вправо от него, или скидку перед собой. Значит, твоя задача, вот то, что мы говорили, да? У тебя вот это должно перейти или в выпад, или в шаг вперед и в перекат на грудь. Понял, да? Ага. Ага, во, молодец, хорошо. Не-не-не, вот этого не должно быть, да? Ты сейчас вот это сделал. И туда. Нет. Сразу определился. Сюда выпад. Не надо лишних движений. То есть следи за мной. Следи за мной. А куда опять? Куда? Куда? Не надо. Вот, вот, вот. И не нужно подбирать. Просто один выпад. Один или второй. Лишних движений не надо. Понятно, да, всем? Пробуем. Собой. Вот сюда где-то. Вот сюда где-то. Не надо в него. Давай. Вот.
Здесь, смотри, просто получается, ты вот как он сделал, да, допустим, туда. Ты просто глубокий шаг, выпад, и из него туда ныряешь. Здесь ты подобрался. Нет, нет. Вот из этого туда вперед. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Там достаточно одного. Смотри. Делаешь просто один выпад. Не надо вот это подбирать. Один глубокий. Оттуда толкаешь. Ниже, ниже надо. Он не видит, он видит сразу, он подбегает. Ладно. Мячи положили, один круг легко бегом, отдыхаем. Бег на восстановление. Так, подошли сюда. Теорию послушали, теорию. Значит, блок. Крайне блокирующий. Вот я, допустим, крайне блокирующий. Какие мои действия, какой алгоритм моих действий? Вот я стою, блокирую, да? Там, значит, приняли. Значит, что делал первый? Я смотрю на пасующего, да? Смотрю, куда летит мяч. Вот, допустим, он определится, что летит в эту сторону. Дальше мое действие что? Какое, как вы думаете? Следить за ногами. То есть я полностью отключаюсь от мяча. То есть я на мяч не смотрю. Вот, все. Пошел сюда, я уже смотрю на него. Дальше. Он перемещается. Вот он перемещается. Дальше, какие мои действия? Какое мое должно быть положение? Ну, это понятно, я сразу готов. Вот он переместился, я за ним перемещаюсь. Какое положение я относительно его должен прийти? Мы с вами договорились. Какой ориентир? Нога ногами, да? Вот смотрите, давай сымитирую разбег, допустим, на это самое. Да. То есть я должен сориентироваться, он же пьет какой рукой? Правой, правильно? Значит, я должен сориентироваться на правую его руку. То есть если... Подойди ближе. Вот. То есть моя правое плечо должно быть где-то в нем. Примерно это получается, если поэтому как раз между ногами. Но лучше мне, допустим, было ориентироваться на правое плечо. То есть я контролирую его руку. Значит, получается так. Я перевел внимание, определился по месту. По месту он вышел, да? То есть взял в оборот его руку. Дальше что? Какой дальше идет? Ну, понятно, что прыжок. Значит, я должен прыгать, опять-таки, я должен знать его, когда прыгнуть. То есть момент прыжка определять. Не раньше, не позже. Это в зависимости от моих возможностей и от его возможностей. Дальше. К примеру, мы, значит, выпрыгнули вовремя, все сделали. Дальше какое мое действие? Руки перенести. Руки перенести. Это финальное, еще до этого. Есть второй блокирующий? Да? Ну вот смотрите, мы оба поднялись. Представьте, что мы оба в воздухе.
Да, подойди. Вот мы оба в воздухе. Какие мои действия? Я же должен его наблюдать, правильно? Куда я должен смотреть? За рукой, за кистью. На мяч? На нос, на кончик. Значит, нужно смотреть в глаза. Вот, вот сюда. Глаза все расскажут. То есть нужно контролировать, и я имею в виду общее, а остальное как бы периферически ощущать. То есть я должен вот здесь вот смотреть на него, четко смотреть, вверху. И перенести руки, это самое последнее. То есть я должен, ну, будем так говорить, чуть-чуть сработать быстрее, чем он. Чуть-чуть быстрее. То есть я не то, что потом это как бы чувство образуется. Но по крайней мере я должен стараться хотя бы для начала одновременно с его действием. То есть пошло его действие, я одновременно с ним. А лучше чуть-чуть даже раньше. А для этого что мешает? Как правило, вот так вот зажимаются, глаза зажмуривают, да? Или посмотрите вот по телевизору, вот он выпрыгнул, да, раз, а потом вот так вот делает. Что он там увидит? То есть до самого последнего момента вот пожирать глазами и туда. И есть такое еще выражение, блок это нападение, только двумя руками. То есть блок должен быть достаточно агрессивный, мощный, энергичный. Вы должны выйти с ним на один уровень по его энергетике. Потому что он же весь взвинченный, он там сейчас забью. А тут флегматичный такой выпрыгнул с ручками такими мягкими, да, что-то поставил, нет. То есть выйти на один уровень с ним и сожрать, грубо говоря. Вот в таком должно быть настроение. И в таком понимании, что ли. Вот поэтому сейчас пара вот так вот встали на пару мяч, значит один прыгает с мячом здесь, второй переносит туда руки и смотрит на него и касается мяча на той стороне. Для начала давайте попробуем. Значит прыгаем оба. У кого мяч оставляет, стоп, мяч на своей стороне оставляет. Он переносит руки туда и касается этого мяча и смотрит на нападающего. Оба прыгают, оба. Стоп, ребят. Стоп. Я не говорил переносить мяч на эту. Подпрыгну. Вот. Я оставляю на своей стороне его. Или вправо, или влево, или вот здесь. Но я оставляю на своей. Я заставляю его туда сунуть руки смотреть на меня и коснуться мяча руками. Не надо ему туда помогать. Оставляем мяч на своей стороне. Вот сюда, на эту сторону, чтобы просто было видно. Все перешли сюда. Давай, ты остаешься. Вот они вдвоем работают. Ты оставляешь на этой стороне, он делает блок. Посмотрите внимательно на него. Давай. Не, на своей стороне оставляй. На своей стороне мяч. Стоп. Что увидели? Да, он смотрит на мяч. На мяч, вы поймите, если человек смотрит на мяч, он ручной. Если будет быстрое нападение. Если он смотрит на мяч, он не среагирует. Мяч просто будет улетать мимо рук и все. Поэтому обязательно смотреть на него и под его движением сносить руки.
То есть надо читать его. Нападающего надо читать. Туда руки снес, сюда руки снес. А для этого нужно смотреть на него. И здесь только... Ну, он покажет все, что нужно, если будешь смотреть. То есть от мяча надо отключиться. Продолжаем. Прямо в глаза не смотри. Смотри ему в глаза. Вот, глаза. Хорошо. Значит, теперь по очереди. По очереди. Мяч он оставляет на своей стороне. Здесь я прыгаю максимально как могу. Мы специально вам сетку опустили. Он туда максимально вносит в руки и забирает у него оттуда мяч. Чуть-чуть отдохнул. Ты прыгаешь, ты туда в руки вносишь максимально как можешь, и у него мяч вырываешь. Попробовали? Вот туда, да. Мне не надо ему помогать. Вот, 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 вот. Не-не-не, повыше, повыше. Нет-нет, мяч, он как будет, мяч, когда нападает, он выше сетки, все равно выше надо держать, да. Вот оттуда вырывает. Да, вот примерно такое должно быть ощущение. Хорошо. По крайней мере, вот это чуть-чуть у вас должно запомниться. Значит, ни в коем случае не смотреть в момент удара на мяч. Не смотреть. Это без, это тупик. Нужно развивать вот это именно видение нападающего. Видение его. Дальше. Значит, сейчас мячи здесь оставили. Вот сюда, там на белую линию, здесь на белую. Короче, по боковой разошлись. Я иду от этой боковой, вот до той боковой. Смотрите, здесь и вот это вот, от бедра. Значит, ноги на полусогнутых, если вот мое перемещение здесь, и здесь как бы щелчок бедром. Щелчок бедром, также в эту сторону, сюда, здесь. Выщелкиваем. Походили туда-сюда от боковой. От боковой до боковой. Походили, вот как я сейчас делал. Поперемещались. Крестный, да. Руки перед собой. Смотри, видишь, как здесь стали ноги. То есть одна оказалась все-таки немножко сзади. Они должны вот так вот быть, одинаково. Вот, до конца выстреливай. Выстреливай. Вот. От боковой до боковой. Знаете, где боковая? Боковая. Вот, пошел, да. Сильнее, сильнее. Стреляй, стреляй, стреляй бедром. Левым бедром стреляй. Да. Вот. Стоп, останься. Видишь, у тебя где правый носок? Ну, сообрази, где он должен быть. Не-не-не. Наоборот, его вперед. То есть он не должен быть вот это положение. А должно быть вот это положение. То есть минимум на одном уровне. Еще немного, походили, еще чуть-чуть.
Хорошо. Подошли. Кто скажет, для чего это? Кто сообразит? Песня шаг для блока. Для блока это понятно. А для чего вот этот вот выстрел? А? Вперед не летать. Это один из моментов. Еще для чего? Для какого это в основном блокирующего? Центрального. Чтобы пристроиться к другому. Смотрите, что, как правило, происходит. Встань. Как вот крайне. Смотрите. Если вот этого щелчка нету, то что происходит? Я бегу. Здесь, смотрите, что получается. Раз, и здесь не довернулся. Вот у меня положение мое. И начинаю прыгать. И что получается относительно сетки? Да? Получается вот здесь вот щель. Вот как идет вот сюда удар, он и проходит. То есть пролетает вот так вот мяч. Может пролететь. Значит, для того, чтобы прислониться, это самые руки подними. Значит, я здесь забегаю, здесь достреливаю как следует. Значит, я сюда выхожу плечом. И здесь четкий лес рук. Четко это самое. Не вот это положение, а вот это. То есть мы работаем плечом к плечу, я его чувствую. Понятно, да? А если я не достреливаю вот это, не доделываю, то получается, я к нему пришел, у нас называется разрозненный блок. Разрозненный блок. А если у меня здесь разрознен, значит и там. Организация очень слабенькая. Это надо иметь в виду. Вот. Значит, сейчас мы делаем еще вот такое упражнение. Смотрите. Значит, я здесь прыгаю, выпрыгиваю, приземляюсь, вот это положение сразу приземляюсь. Здесь крестный, отсюда прыжок, приземляюсь, не распрямляюсь, отсюда. И так далее. Так, давай попробуй, мне просто не подпрыгнуть. Стоп. Значит, вот смотрите, вот без этого, без паузы, а сразу приземлился и сразу сюда. Прыжок, приземлился и сразу сюда. Раз и сразу сюда, да. И сразу приземляешься, и сразу сюда уходишь. Так, приземляешься и сюда сразу. Приземляешься, сгибаешь ноги и сразу сюда. То есть вот на этом месте не стоять. Непонятно? Давай попробуем. Так, и сразу ушел. Ага. Вот, уже ближе. Ага. То есть вот этот момент важен. Погоди. Вот это, когда я приземляюсь, ноги сгибаются, я сразу же одновременно с этим ухожу. Да, вот, еще. И сразу ушел. Сразу выстрелил. И сразу ушел. Да, и сразу. Без паузы. Вот. Еще убрать паузу, совсем убрать ее. Как мячик уже ушел. Вот это правильно. Молодец. Еще быстро. Да. Быстрее уходи, быстрее уходи. Да, вот это. Похоже. Ребят, вот как раз мы до этого дела не забывайте вот это доходить, доворачивать бедро, а то получается вот как раз и отсюда опять прыгнул, доворачивать обязательно, продолжаем. Вот, доворачивать, хорошо. О, видишь, прыгает боком. Получается. Не добирает. Докручивай бедро. Бедром докручивай.
Так, все сделали, да? Все делали. Сейчас на пару мяч. И здесь встали. Значит, у него мяч. Мы перемещаемся. Значит, здесь получается 3-4 блока. Значит, иди сюда. На месте здесь прыгаем. Потом сюда уходим. Вот с этим перемещением, которое мы сейчас сделали. Дальше идем. Так, я касаюсь там. Касаюсь, смотрю на него, касаюсь там мяча. На своей стороне оставляешь. И здесь тоже. Здесь смотрю на него и касаюсь на той стороне. И так парами перемещаемся. Уходим в колонну. Пошли. Прыгай. Туда как следует. Оставляйте на той стороне, чтобы он руки вдвигал. Больше оставляй. У себя. Да. На своей стороне. Стоп. Ребят, дайте ему вдвинуть. Специально опустили сетку, чтобы почувствовали. Значит, оставляй мяч на своей стороне, он на тебя смотрит туда как следует, чтобы тебе было тяжело вырвать свои руки оттуда, обратно забрать. Как можно туда, хоть за уши его подержи. Давай. Дальше. Мяч на своей стороне больше. На своей стороне. На своей стороне. Мне надо на ту сторону. Да? Спонсоры. Ну ладно, хотя бы так. Вот потом до следующего, а то сейчас так. Не хочется вот этого приказать. Прошу. А то получится не хочет другого. Я и там не успею ничего. Давайте, да. Хотя бы теперь опять прямо вот увидел. Да. Давайте. А теперь не буду дал. Значит, сейчас вот то, что мы с вами делали, постарайтесь сейчас вот то, что о чем говорили, выполнить. Значит, оттуда мяч нужно не забрать, вот сейчас с той стороны, допустим, если мяч у него, да, не забрать, а вырвать у него. То есть в каком плане? Что вот он должен быть вообще на той стороне, ты выпрыгнул, как ты можешь, да, и оттуда у него забрал. Поэтому не надо держать его так близко. Дай ему возможность туда в руки полностью внести. И ты оттуда... Большим усилием должен оттуда его взять. То есть все максимально отдать. Попробуем. Давай, забирай мяч у него, забирай. Вот. И теперь ты у него. Понятно, по очереди забирай. Забираем. Вот, давай, ставь туда руки. Вот, давай, туда руки, вдвинь. Не помогай. Thank you.
Да, 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 вот туда, туда. Давай, давай, полностью, полностью, полностью туда. Доделай, доделай. Доделай. Сейчас последнее. Значит, сейчас последнее. Один пытается перенести вправо, влево, прямо, как угодно. Второй ему не дает. Но тут есть одна опасность. Если вы будете сейчас нажимать, куда переносить, да, пытаться нажимать, а он будет вам блокировать, то может, как бы, если он будет на поясницу подействовать. Поэтому здесь с руками не надо дожимать. То есть легко попытались туда, не получится. То есть не надо пересиливать туда его. Понятно, да? А просто вы раз быстрее перенес, не получил. Понятно, то, чтобы не давить ему на поясницу. Пошли. Ты пытаешься перенести, пытаешься вправо-влево. Вот, а ты не даешь ему. Ищи куда, вправо или влево. Вот. Смотри на него, не давай, вот. Да. Давай, ищи вправо, влево, ищи, куда ты перенести. Вот. Да, видишь, он ушел от тебя. Давай, смотри. Да. Не дави, на спину, не дави ему. Меняйтесь. Да, пропустил. Давай, следи, не пропускай. Вот. Пропускай. Да, вот, лови его. Надо передавливать, не надо, он может здесь надломать, не проходит, успел он раньше тебя, все, не надо туда давить, еще чуть-чуть. Так, подошли. Давайте немножко итоги подведем. Вот из того, что вы услышали, как вы считаете, что может быть наиболее важным? И то, что у вас, кстати, получается хуже всего. Нет, я имею в виду вот из блока. Вот то, о чем мы говорили. Что получается, на ваш взгляд, и что важнее, и что получается у вас хуже всего? А? Что самое главное для волейболиста? Это видеть.
Если вы не видите, значит, вы не можете реагировать, вы не можете мыслить, вы не можете потом оценить, что вы сделали. То есть надо всегда видеть. Да. А у вас получается, вот сейчас делаете вы или на мяч, или еще куда-то. То есть вы его по-настоящему не видите. А как вы можете, если вы не видите, как вы можете с него считывать информацию? А представляете, вот ответственный момент, там, счет 24-25, на вас идет самая передача, вы должны поставить блок. Да? А вы вот будете такими слепыми. Тут нужно настолько видеть, настолько его прочувствовать, настолько в него въесться вот это. Тут шестое, седьмое чувство. Кстати, да, это самый сложный момент. В блоке, вот научиться видеть, не зажиматься, не закрывать глаза, чтобы руки были живые, не просто вы поставили, да, вот эти две палки, и они там ничего не говорят, а чтобы нападающий чувствовал, что вы в любой момент можете снести руки, что он мандражировал от вас. Вот чего нужно добиваться. А для этого надо учиться смотреть. Учиться смотреть, и при том, знаете, что бывает, можно смотреть вот человеку, но и не видеть. То есть голова не работает. То, что нужно еще смотреть и видеть. Вот это в блоке самое главное. Потому что если вы видите, значит, вы и свое место подправите, вы анализируете. Ага, здесь я что-то по месту поиграл. Так, здесь я рано прыгнул, здесь я поздно прыгнул. Здесь я прыгал, вроде все угадал, но не успел. Вроде увидел, но он быстрее меня сработал. Вот он идет, пошла работа. Вот здесь работа должна идти. А потом она перейдет в мышцы, в ощущение, в шестое чувство, я не знаю во что. Но все идет от головы. Как говорил у нас тренер, при работе на технике, в принципе, мы сейчас работали на технике, должна потеть не задница, а должна потеть голова. Голова должна потеть. Ну, задница само-само будет потеть. Но прежде всего должна потеть голова. Чего я вам и желаю. Вопросы есть какие? Нет вопросов. А что нет вопросов? Мёртвые не потеют. Так, ладно, все тогда обычно заканчиваю тренировку, пару кругов. Ребят, бег легкий, он называется восстанавливающий. Это значит, побежал, все расслабляется, да, все, корпус. Это не просто такой бег, да, а вот именно такой, расслабленный. Значит, два круга легкого бега, спокойно дышим. Пошли. Thank you.